30-й урок. Что самое и какое самое распространенное животное в Германии? Это собака. Вот вам пару собачек для настроения. Такие интересные. Итак, мы познакомились уже с частями тела, с артиклем der и с артиклем die. Сегодня мы продолжаем эту тему и разбираем части тела с артиклем das. Если вы заметили, что каких-то слов в этом списке нет или в предыдущих, записывайте их себе как дополнение. Да, дополнительно записывайте те слова, которые вы, допустим, вам пришли на ум, вы вспомнили, что о этой части тела мы не рассмотрели, или той. Записывайте себе, тогда дальше продолжайте эти списки слов с разными артиклями, и так легче, допустим, запомнить. Ну, так было для меня, я надеюсь, для кого-то это тоже, если у вас есть какая-то другая возможность, ваша индивидуальная, да, как вам легче запомнить, делайте, значит, так, да. Спасибо большое, подписчики мои дорогие, что вы мне есть, что учитесь со мной, дошли уже до этого урока и продолжайте дальше. Я желаю вам успеха, желаю, чтобы у вас все получалось. Желаю вам не сдаваться. Всегда идти вперед, и у вас все обязательно получится. Так. Повторяем за мной тоже. Прослушивайте несколько раз, перематывайте, чтобы понять, да, и повторить за мной. Поехали. Das Auge. Глаз. Das Bein. Нога выше ступни. Вот, мы выучили der Fuß, это именно ступня, а вот das Bein, это уже имеется в виду часть ноги, это больше от колена до ступни, потому что дальше идет Schenkel или Hüfte, бедро, да, часть бедра, ну как, да, вот это именно часть. Das Bein, нога выше ступни. Das Blut. Блуд, кровь. Das Gebiss, зубы. Das Gehirn, мозг. По поводу зубы. Сейчас увидите на видео. Если сказать один зуб, это будет... Der Zahn. Запишите себе в этот список слов с артиклем der. Да? И die Zähne. Это зубы. Это тоже. Вот. Можно сказать das Gebiss и die Zähne. Запишите это множественное число от слова Zahn. Да, вот такой вот немецкий язык. Несколько разных бывает слов, а обозначение тоже. Das Gehirn, мозг. Das Gesicht, лицо. Ух ты, минуточку. У меня выключилось. Села батарея, извиняюсь, но продолжим как есть. Я надеюсь, света. Извиняюсь, потух свет. Еще разок. Das Gesicht, лицо. Das Haar, волос. Кстати, моя фамилия Гар, а на немецком она Haar. Да. Моя фамилия волос. Если на немецкий перевести, да, дословно на русский язык или украинский, гар. Да, вот так. А на немецком читается хар. Хар. Протягиваем эти две буквы. Das
Хаар. Das Herz. Сердце. Das Knie. Колено. Das Ohr. Ухо. Das Skelett. Скелет. Очень легко, да? Насчет скелета. В следующем уроке мы разберем примеры. А сейчас вам задание, да? Если вы заметили, какого-то слова еще не хватает, как части тела, пожалуйста, дописывайте в свои списки. Это очень легко учить, когда очень важно, да, заучивать каждое слово с артиклем. Поэтому я разделила их так для себя и для вас, чтобы легко запомнить, да. Когда вы этот список запоминаете, тогда легко вспомнить, о, в каком из списков было, значит, тот артикль ставится. Потому что у них, посмотрите, между ними нет других каких-то особенностей, да, что обозначает, что это именно будет артикль das. Das Auge, das Bein, das Blut, das Gebiss, das Gehirn, das Gesicht, das Haar, das Herz, das Knie, das Ohr, das Skelett. Нет ничего общего, да, чтобы сказать, у них, у всех будет точно артикль das, если вы просто не заучите их, иначе никак. Так же, как и остальные части тела. Поэтому, как совет, учить по структуре, да, по отдельным артиклям. Так, спасибо большое за внимание. Всем, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся, кто не подписался, нажимаем на колокольчик, получаете новые уроки, оповещения о новых уроках. Кому интересны индивидуальные занятия, пишите, пожалуйста, контакты внизу. У меня в программе создать курсы А1, А2, Б1, Б2 и так далее, возможно, еще до С1. Ну, это уже как бы ближе к концу года, возможно. Ничего не обещаю, пока мы учимся вот так. Спасибо большое за внимание и до следующего урока, на котором мы разберем примеры с частями тела с артиклем das.